Сегодня я хочу вам рассказать о новом центре доктора Бубновского, который открыли совсем недалеко от нашего дома. Это небольшой зал, на входе есть ресепшн. Здесь мы оставляем свои вещи, точнее не вещи, а вот, например, можно оставить браслет от этого, от раздевалок, от гардеробной. И вот эти специальные браслеты, которые мы надеваем на ноги. Это специальные браслеты, которые необходимы для выполнения упражнений. Есть кулер для воды и очень много различных тренажеров. На все группы мышц. Это необычная качалка, это необычный зал для фитнеса. Это конкретно для здоровья. Все тренажеры современные, новые, зеркало. Всем привет. Вот. И есть инструкторы, которые регулируют, контролируют выполнение движений. Здесь вроде кажется, что скучно, но на самом деле не скучно. То есть всем хватает места. Всем хватает места для занятий. И вот под управлением этих инструкторов выполняются все движения, направленные на восстановление работы мышц. Это не просто, еще раз повторю, зал для накачивания мышц. Это для здоровья. Допустим, были травмы ног, рук. Ну и просто для того, чтобы быть в форме. Так что вот такой у нас есть зал. Центр доктора Бубновского. Есть две раздевалки. Женская и мужская. Раздевалка здесь небольшая. Всего на 22 человека. Но очень компактная, уютная. И что мне понравилось, это электронные замочки на ящичках. Вот у меня, например, ящик 15. Вот у меня есть браслет с 15 номером. Подносим мы вот здесь к устройству. И наш шкафчик открывается. И аналогично можно его закрыть. Все, и он уже не откроется. Здесь есть зеркало. Всем привет. Вот, продолжаем дальше. Здесь есть душевая. Вот, включаем свет. Она тоже небольшая, компактная. Ну, все, что необходимо. Душ. Ну и для мыла всякие крючочки. Вот очень уютная, удобная душевая.